Всем привет, с вами как всегда я, ДН, и мы продолжаем проходить игру Bulletstorm. Так, ладно, видимо лифт застрял, поэтому нам придется выбираться другим путем. Прости, но, увы, быстрее нельзя. Ты можно связаться. А это плохо. О, а это что? Так, ладно, мы до этого потом доберемся. Ну, а сейчас пополним наши патроны. Для винтовки или автомата. Так, обойма у нас есть. Что у нас тут есть? Так, пока нам хватит. Ой, а это что? Ой. Да цепись. Ой. Они совсем быстрые. Ой, а это что? Так, ладно, с этим потом разберемся. А, нет, это просто растение. И все-таки полезная вещь этот ударник. Ой-ой-ой. А почему не нужно? Скорее всего, Ишуа опять перестал управлять своим разумом. Но только не ссора. Да, конечно, в такой ситуации не хотелось бы ссориться. Смешно. Грубовато немножко. Лучше не надо. Нас пока убивать не надо, потому что мы еще пригодимся. Oh,
Ну ладно, если тебе от этого станет легче. К сожалению, остались только мы и Тришка. Но будем считать, что мы и так выберемся. По крайней мере, Иши нам очень помогал. Ау. Ладно. Ну что ж, нам нужно найти путь обратно. А что тут интересно? Да, ничего интересного тут нет. Ой, только не вы, ребята. Ну да, это больше похоже на канализацию какую-то. Поэтому и неудивительно. Ой, а это еще что? Да, жутковато немножко. Ой. Лучше газа остерегаться. Вот так вот. Так, а что у нас здесь? Какая-то кислота. А там что-то интересное есть? Может, что-то интересное найдем. Ой-ой-ой, только не ты. Ну, слава богу, нам с ним драться не пришлось, а то было бы весело. Ну что ж, пойдем дальше. Так, а куда идти-то? Сейчас разберемся. Feeling like I should make some sort of witty comment here. О, патроны. Патроны к нашему дробовику. Это хорошо. Главное, они на кого бы не наткнуться. Но слава богу, мы на свободе уже. Одну секундочку, дорогие друзья. Итак, я снова с вами, дорогие друзья, и мы идем дальше. О, бутылочку. Бутылочка — это хорошо, дополнительный бонус. О, нет, только не вы. Ой, куда это меня заносит? От пьянства. О, бот, я доберусь до него. Так, где это был выстрел фейерверка? Ой, у меня типа хорошее укрытие. Ой, пока спрячемся временно. А теперь идем дальше. О, а откроем это растение? Моя. О, это их остановит. Теперь они начинают бить друг друга. Ага.
А ты отлично смотришься на кактусы. Это что? Только не ты, дружок. Так, ладно. Тут больше пойдет винтовка. Вот так вот. Достань ты уже. Ничего себе привязали. Так, как спрячем все время. Хотя, в принципе, уже спрятаться нечего. Вот только этот проблем мы уже решили. Вау. Это интересно. И все-таки дробовик полезная штука. Так, возьмем патроны, нет? Ну, думаю, взять можно. Ну пока все. И это все? А нет, уже можно выбраться. Как-то тихо, и это подозрительно. Если честно. Ого. О нет, только не вы. Достань так меня. Так, ладно. Подвинем до этот автобус, чтобы можно было легко пройти. А это еще что такое? Да, действительно, выглядит оно подозрительно. Что, где? Ух, в принципе, с ними бороться легко. Главное только продумать тактику и все. И самое эффективное оружие против этих врагов будет дробовик. Дробовик. Ух, слава богу, избавились мы от него. Так, ладно, идемте дальше. Как ловко мы его. Ай. Так, ладно. Это все как-то затянулось. Ой. Так, ладно. Можно пока перезарядиться. Можно поторопиться, а то все рушится. Ой-ой-ой.
Что это за существо? Гекатон. Удивительное название. Ай! Так, ну ладно. Пока наслаждаемся роликом. Да, конечно, с таким существом нам в одиночку не справиться. Тут нужно против него что-то сильно мощное. Он задержал нам лифт. Как-то это все плохо, что ли? О, Ишу! Ай. До этого поняли. О! А я за пулеметом. Лучше пулеметом сегодня не увлекаться, потому что он может нагреться. Да достаньте его от нас. Так, за пулеметом я... это хорошо. Ну правда... еще нужно отбиться от врагов как следует. Пулемет вещь хорошая тоже. Ой, нет, только не ты. И что же мне с ним делать? Целиться нужно сюда, наверное. Да, так оно и есть. А ну-ка, успею, нет? А вот и Иши. Генерал Сарану. А он что там делает? Наш пулемет сильно нагрелся. Но, по крайней мере, мы почти уничтожили эту тварь. Ой, только не вы. Ой. А ну-ка, смогу ли уничтожить этого Сарана?
Ну а теперь наслаждаемся роликом. Ага, кончились патроны у него. Теперь ему точно не спрятаться. А в чем дело? Он же вроде как предатель, генерал Сорано. Эпично. Да, точно. Спасти тебя? Да нечего тебя спасать. Действительно. А что спеши? Неужели он предатель? Ну да, действительно, предатель. Два часа. Зачем ты это сделал вообще? Ну что ж, на этом я пока закончу. Эта часть получилась очень длинная. Ну, а вам спасибо за то, что посмотрели мое видео. Комментируйте, оценивайте. Всем удачи и пока.